Вітаю всіх, хто спостерігає за роботою нашого марафону. Нагадаю, що непереможний вітер почав свою роботу у перші дні війни. Фактично, ми до своєї студії запрошуємо людей, які можуть поділитися цікавою, корисною інформацією для нас. Спочатку війни ми більше говорили подієво, скажімо так, зараз, коли вже розуміємо, що можемо кликати експертів і очно, і заочно, тому що працюємо і через інтернет-платформи, то намагаємося аналізувати ситуацію і говорити глобальніше, ніж, скажімо, тільки якісь містечкові вузькі питання. І саме тому ми покликали до себе в гості Євгенія Бахмача, це голова наглядової ради НВП Раді. І говорити сьогодні будемо не тільки про роботу цього підприємства, а про економіку нашої держави загалом і регіону в тому числі. Доброго дня, Євген Степанович. Добрий день. Спасибі за можливість спілкуватися сьогодні. Одразу перше головне питання. Як працює Радій в умовах воєнного часу? Які зміни довелося вам вести, а можливо і не довелося? Ну, як всім тяжело. Як всім тяжело. Наш основний заказчик НАЕК «Енергоатом» практически прекратил проведение каких-либо работ по реконструкциям, модернизациям. Плюс из-под контроля ушла Запорожская самая большая станция, 6 блоков. И как заказчик и как плательщик НАЕК «Энергоатом» и сейчас, и в ближайший год-два, я думаю, проблемный. Конечно же, это сразу же повлекло за собой проблемы у нас. Что касается заказчиков из Европы и Северной Америки, которые у нас были, то Канада у нас осталась. Мы буквально 23 февраля контракт с Канадой подписали на заказ. Он не такой большой, но тем не менее мы над ним работаем. Были проблемы, нам задают вопросы наши партнеры и в Европе, и в Америке, которые являются нашими потенциальными заказчиками. И, там, скажем, в Болгарии мы большой объем работ сделали, и они задают вопросы, потому что без нашей поддержки те системы, относящиеся к безопасности, проблемные, не могут работать. Поэтому я недавно был в командировке, недавно вернулся. И эти вопросы каким-то образом решили. То есть, каким путем. Идете про логистику, так? Нет. Документацию. Наше оборудование нужно обслуживать. А если то, что случилось с нашим конкурентам и коллегой Северодонецке, такое же крупное предприятие, как и радио, нет. Поэтому я заложил для болгар в одном из таких главных болгарских банков Софии в сейф, снял и заложил комплект документации, по которому можно воспроизвести наше оборудование без нас в случае форс-мажорной ситуации. То же самое сделал в Женеве, в швейцарском банке, для американских потребителей. Таким образом, мы дали им вопрос, что если вас не станет, как же мы будем работать? Да, возьмете документацию, и все это можно будет воспроизвести. Может быть, более комфортно. Боляче слухати про те, что доводиться такі заходи вживати. Ну, виживати-то как-то надо. Ви скоротили робочий день? Понятно, що в нас сьогодні не повна загрузка. Якщо річ йде про розробників, то вони працюють практично в звичайному режимі. Тому що ми іщемо, атомна тематика сьогодні проблемна, временна. Тому ми іщемо нові теми. Є теми по железній дорозі, проблемы возникают, и надо новые системы управления, будем в этом направлении работать. Большая потребность в связи с разрушениями энергетической системы Украины, это всякие подстанции, управление, системы управления, электротехническая продукция. Мы в этом направлении также
интенсивно сейчас ведем разработки. Мабуть, складно вам було спостерігати за ситуацією воєнного стану, пов'язаною з атомними електростанціями. Ви знаєте, ви фахівець, ви знаєте, наскільки це важливо і як якийсь нерозумний якийсь крок або історичний може призвести до серйозної ситуації. Ну, ми самі слідили і по Чорнобильській зоні, і по Запорізькій атомній. И мы активно участвовали в формировании общественного мнения. Вот я и Екатерина, она директор по маркетингу «Радия», но она училась долгое время в Америке, закончила университет там, и магистратуру. И мы имели несколько прямых митингов с канадским регулятором, и они спрашивали, как на месте, что там происходит, для того, чтобы как-то общественное мнение поднимать. Понятно, мы их информировали и ну вот, старались таким образом как-то вот, сформировать какой-то нужный аспект мнения на той же Америке, потому что там не знают, что происходит на самом-то деле. И, а в если... таких технологичных подробностях, можно быть, да. Так, действительно, никому им просто про это пояснить. А у нас прямые связи с специалистами той же Запорожской станции, потому что там стоят наши защиты, наше оборудование. То же самое мы имели достаточно подробную информацию и по Чернобылю. Євгеній Степанович, якщо говорити про економіку загалом, сьогодні підприємствам складно. Ось читала нещодавно інформацію, здається, наші колеги з Суспільного її подавали, я можу помилятися. Йдеться про те, що майже 60 підприємств промисловості призупинили свою діяльність під час воєнного стану. Зараз потихеньку відновлюються. Є ті, хто сюди до нас переїхав, це релокація, це називається. Але загалом, які ваші враження, відчуття, якими будуть наслідки економічні саме в діяльності підприємств для держави Україна в контексті коливання валют, в контексті відсутності логістики, можливості навіть, я не знаю, партнерські зустрічі адекватно проводити і спілкуватися? Що кажуть ваші колеги, що відчуваєте ви самі? Ну, звісно ж, війна породило огромное количество серьезных экономических проблем. И, естественно, это очень серьезно сказывается и в ближайшем будущем, ну, в течение этого года, скорее всего, значит, особых изменений я не вижу. Но, с другой стороны, за каждой войной всегда следует мир, и следует возрождение. И в этом плане у нас с вами очень хорошая перспектива. И в свое время, после Второй мировой войны, Германия, которая была полностью разрушена вся, не часть какая-то, а полностью вся, но за счет того, что были сделаны программы специальные экономического возрождения, и предприятия Германии возродились, но возродились не на старом уровне, а на современном уровне. Туда уже было самые технологии современные, оборудование. Тогда это позволило потом Германии сделать мощный экономический скачок, и который до сих пор и продолжается, и до сих пор Германия остается самой мощной в экономическом отношении страной Европы. Тоже можно ожидать и в Украине. Я в этом, ну, по этому вопросу настроен достаточно оптимистично. Потому что если в вопросах поставки на вооружение есть разные мнения, разные темпы, разные, понятно, это нас не устраивает. Ну, естественно, не устраивает, потому что нам противостоит вторая армия в мире, кто бы там что ни говорил. Это мощнейшая армия, которой, ну, чудо какое-то, вот, помощь Господа о том, что вот оно так есть на сегодняшний день, как есть. Это огромное достижение, огромное.
Понятно, и мы учились, не все и не везде было сделано правильно, не такие-то ошибки были и в военном плане, и, может быть, и в эвакуационные. Не все, что можно было, было сделано. Но, тем не менее, вот так. Что касается нашей, вот, ну, будем говорить так, нашего бизнеса, наших предприятий именно в пределах области, то здесь, ну, самое главное, что на сегодняшний день необходимо решить, это реализация вывоз зерна. Потому что у всех скопилось, и в том числе у нас 60 тысяч тонн в элеваторе лежит, мы не успели продать до войны. Аграрии працюють на 100%, і засіяли, і готові прибирати, але немає куди дівати. Значить, я от возвращався з Болгарії, і на границі практично для легкових проблем нет, обычний режим, а стоять огромне кількість. Очередь з тої, з тої сторони, ну так кілометрів до 30. Гігантські очереди тягачей. І там, ну, добра половина – це зерновози, а технологія пересечення границі з зерном, вона складна і довге оформлення, тому що там різні фіто, необхідна куча документів і длительна процедура оформлення. І ця очередь майже не рухається, тільки росте. Тому, звісно, неплохо было бы как-то достичь хоть на транзитные направления, ну, ускорение этого процесса по какому-то, ну, может быть, упрощенному варианту, потому что иначе, ну вот представьте себе, нам нужно вывести более 20 миллионов тонн, если это все вывозить тягачами, фурами, то нам нужен миллион фур. Если каждая фура будет там на границе это стоять полчаса, то это годы. Скажите, что вы думаете с приводу возможности все-таки морем доправлять наше збіжжя? Чи можно доверять этим вот перемовинам, які зараз ведуться? Чи ви би своє зерно таким чином готові були продавати? Ну, в любом бизнесе есть риски. Понятно, или не иметь ничего, или иметь вариант хотя бы с риском, то лучше иметь вариант с риском. Понятно, что русские не могут, как они себя показали, что это, ну, будем говорить так, руководство без чести, совести, верить им нельзя, нужны гарантии. Если удастся международными усилиями этот вопрос решить, чтобы коридор организовать. Ну, это было бы здорово, потому что в этом заинтересован не только Украина, нам нужно продать, но в этом заинтересован и мир, потому что продовольствия не хватает. То, что у нас лежит, где-то люди голодают. И это было бы очень здорово. Ну, раньше, чем к осени, я не думаю, что это будет. Можно. Поэтому мы должны готовиться и думать урожай вроде бы пока не, перспективы неплохие на ранние зерновые. Ну, придется к тому, что у нас лежит прошлогоднего, добавлять этот год, пока не разрешится морская логистика, потому что транспортная... Дуже складно. Это очень сложно. И... Евгений Степанович, про рішення регіонального масштабу. Що може робити кожна область, яка, дякувати Богу і хлопцям з ЗСУ, сьогодні немає чобота російського на своїй території? Чи можна якимось чином, ну, я не знаю, перекрити, скажімо, проблему економічну там, де зараз у нас території непідконтрольні, певними діями на території абсолютно українській, яка сьогодні і може якісь рішення реалізовувати тут? Ну, с одной стороны, переселенцы, те, которых очень много сейчас на территории Кировской области, это проблема, потому что размещение, как людей. Но, с другой стороны, это потенциальная рабочая сила, чего в Украине
уже перед войной не хватало, был дефицит, а сейчас еще больше будет дефицит, потому что многие, которые уехали за границу, ну, большинство, я думаю, вернутся, но кто-то там и приживется, и останется. И в нас потери кадровые будут очень серьезные. А зараз вы відчуваєте кадровый голод? Ну, пока, учитывая то, что мы где-то работаем, ну, 25, максимум 30% от того, что должны, то пока нет. А если бы работали в полную нагрузку, то, конечно же, был бы дефицит. Потому что и у нас часть, ну что, кто мог уехать. И в основном, конечно, женщины с детьми, ну, кто постарше, уехали. Значит, это с одной стороны плюс. С другой стороны, я думаю, что и руководству области, и нам, бизнесу, надо резко активизировать создание технопарков. Есть довольно неплохое новое законодательство в этом направлении. Там, ну, не такие большие льготы, но есть льготы. Но это самое главное, что позволит затащить сюда новые технологии, то, о чем я говорил. И мы на Раді планируем сейчас, прорабатываем, организовать такой технопарк. Евгений Степанович, после перемоги, потом, чи варто будувати вже зараз? Ні, ми сейчас начинаем, мы сейчас работаем. Не надо ждать победы, не надо, это организационные вопросы, которые нужно бизнес-планы делать, ну, ничего не мешает этим заниматься. Потом определенные решения властей должны быть, там, городских, областных, на поддержку, затем это все в Кабмин направляются, эти материалы, для того, чтобы получить официальный статус. В то же время, то есть эту работу нужно начинать заниматься прямо немедленно. Потому что если удастся вот иметь технопарки, мы сможем под восстановление, а деньги будут, с большим удовольствием будут вкладывать там, где налоговые льготы, где, ну, где территория технопарка. Это, на мой взгляд, ну, главное такое направление. И бизнес, и власть надо, чтобы поработали. Евгений Степанович, еще одно питання на завершение нашей встречи. Я знаю, что вы имеете прекрасную базу відпочинку на березі Азовского моря. Цікава її доля, як там зараз. І знаю, що тут, в центрі України, теж є база відпочинку. І я не знаю, ну, можливо, я помиляюся, але мені казали, що ви навіть там прихистили людей, які змушені були втікати від війни. Яка доля зараз і того, і іншого об'єкту? Ну, що стосується Кириловки, там перлина Таврії, наш отель, достатньо до 1200 чоловік за одновременно вміщав. Там все есть, бассейны, все, что нужно. Но, к сожалению, на сегодняшний день это оккупированная зона. Но русской солдатни там нет и не было. Они туда не заходили. Кирилловка так в стороне от основного направления, Демелитопольская, туда на Запорожье. И ну, там ни войск, никакой техники, ничего нет до сих пор. И, ну, как-то грабежей, ничего, ну, таких нет, мы сохраняем. Понятно, мы не будем открывать отдых, потому что... Ну, законсервировано нас, зараз. Да, оно законсервировано, в принципе, оно готово к работе. Но для того, чтобы запустить, там должно быть 300, порядка 300 человек обслуживающего персонала. Это на приготовление пищи, это на персонал по уборке, по сервису. Понятное дело, мы в свое время, ну, часть местных там нанимали, а большая часть, то это временно, студенты там отсюда были, с Кировоградщины, там, с Днепропетровска и так далее. Сейчас это невозможно. Поэтому пока там ничего нет. И, к сожалению, сейчас жители Украины попали в этом сезоне, ну, в такую нехорошую ситуацию, потому что Азов весь оккупирован, и часть Черноморья, часть оккупирована. Остальная часть, которая не оккупирована, Одещина, и
Николаевщина – это все-таки зоны бойових действий. Там заминированные пляжи. Ну, тільки читаємо, потому что ну, десант випадки, да. Может быть высажен в любую минуту, поэтому никакого отдыха там быть не может. Поэтому в этом году поехать отдохнуть – это проблема. За рубеж – проблема, потому что если семья, то мужа не выпустят. А жене с детьми это надо куда-то ехать далеко, где самолеты летают, у нас же нет. Поэтому мы подготовили здесь, на около Захаровки, парк отель «Скифия». В свое время, когда была волна беженцев, то фактически весь отель был занят беженцами. Мы снизили в два раза цены там от обычных, ну, символичных. Понятно, мы не купали тех затрат, которые несли. Но, тем не менее, сейчас беженцев где-то процентов на 20 занято. Сейчас уже отдыхающие появляются. Мы подготовили пляжи. Мы закончили строить комплекс бассейнов. И на следующей неделе запускаем в работу. То есть не только пляжи речные, как естественные, но и бассейны. С милости просим. Там мы можем принять ну, несколько тысяч человек. Тобто це така альтернатива? На пляжного отдыха, угу. Да. Ну, ну, ехать. С другой стороны, потому что дети спрашивают же. И к воде. Я вам більше скажу, знайома психолог сказала, що ти мусиш жити, якщо в тебе є така можливість тут і зараз, отримуючи насолоду від життя, при цьому, да, звісно, допомагаючи країні перемагати, країні загалом, конкретним людям в цілому, але ти маєш дати собі можливість жити, бо ти маєш звідкись взяти ресурс для того, аби перемагати. Я вам дякую за розмову сьогодні і нашим глядачам нагадаю, що спілкувалися вам дякую. Спасибі. Із Євгенієм Бахмачем, головою наглядової ради НВП «Раді». Говорили про економіку держави в цілому, про економіку регіону і шляхи виходу з кризи. До речі, як мені здається, кілька таких оптимістичних речей прозвучало, тому маємо надію на краще, власне, як і завжди. Спасибі.